как у зоомразей, у этих зоопаскуд, этих грязных шомполок, этих швалюк, которые набирают кошек и заталкивают их в клетки. Не, содержатся животные годами, гниют еще по 100 штук, блядь, вот в таких клетушках. Ну, это большая клетка. Я ума не приложу. Это не люди, а какие-то зверогрязь, блядь. Самки погонючие, блядь. Грязнючие, блядь, швалюги. Выходи, Зюзюлечка. Выходи. Выходи. Зюзюлечка, иди сюда. Иди. Зюзюлька такая. Давай, это... Просто там у нас бассейн, у нас за домом строят. Эта идиотка живет там в тоннеле, который должны замуровать. В бордюре, поэтому пришлось ее дома держать. Да? А так вообще она бегает где хочет. Вот какой со страшный стресс, она даже бросаться стала на меня. Хотя это очень ручная и робкая кошечка.